Я вынесу портрет своей мамы, партизанки. И с этого места начнем. А Петр, он у меня как мой отец. Так получилось в семье. Отец был Петр Никонорович, и внук Петр Никонорович. Он понесет своего прадеда, водителя. Во время войны он водил легенду, реактивную установку «Катюш» до 43-го года. Ну, наверное, эту машину боевую, которую фашисты боялись более всего, может быть, назвали очень нежно, ласково, женским именем «Катюша». Ну, наверное, помните песню? «Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он делит девушку такую, а любовь «Катюша» живет». А бойцы на фронте переделаны в Британии во время боев и боевой ходор. А теперь ее так. Разлетались головы и души, дрожь колотит фрица за рекой. Это наша русская Катюша, немчуре поет за упокой. Уже в Москве служил в пожарной команде, и она недалеко от нашего дома была, это пожарная часть. И я иногда заходил к нему. Ну, отец тоже приходил, тоже домой, сейчас я его помню, вот бомбы, большие, ботинках черных. Вот. Младший сержант Никоненко, водитель. И очень хорошо запомнил его эту красную пожарную машину, которую он водил. Я очень был счастлив и радовался за отца, что вот какую самую большую такую машину он водит. Большую красную машину я запомнил. Через год эти дни Козовой пурбовый черный дым. Мы вели машины, обещая виды, а будем дорогам фронтовым. Эх, будь дорожка фронтовая, а не страшная, надежная. А бандера одна фронтовая, есть у нас еще дома дела. А бандера одна фронтовая, есть у нас еще дома дела. Дорожка, фронтовая, не скучная, бомбежка.
девушка любая. А поделать нам, брата, вас там. Есть у нас еще дома дела. А поделать нам, брата, вас там. Есть у нас еще дома дела.